Если б все профессии на свете вдруг сложить горою на планете, то, наверное, у ее вершины вспыхнуло бы слово «медицина», ибо чуть не с каменного века не было почетнее судьбы, чем сражаться в пламени борьбы за спасение жизни человека. Все отдать, чтоб побороть недуг, цель свята, но святость этой мысли требует предельно чистых рук и в прямом, и в переносном смысле. Потому-то много лет назад верности, признанию и чести светлый час с учениками вместе поклялся великий Гиппократ, и теперь торжественно и свято честными сердцами горячи той же гордой клятвой Гиппократа на служение людям, как солдаты присягают новые врачи. Сколько ж, сколько на земле моей было их достойнейших и честных, знаменитых и совсем безвестных, не щадивших сердца для людей. И когда б не руки докторов там, в дыму, в неходком лазарете, не было б, наверное, на свете ни меня и ни моих стихов. Только если в благородном деле вдруг расчетец вынырнет подчас, это худо, но почти не как грязь или язва на здоровом теле. Взятка всюду мелочно гадка, а в работе трепетной и чистой кажется мне лапою когтистой под ношением взявшая рука. Нет, не гонорар или зарплату, что за труд положены везде, а вторую тайную оплату, вроде жатвы, на чужой беде. И таким примером окрыленные портится, ведь рыба с головы мзду берут уже и подчиненные, чуть ли не по-своему правы. Благо в горе просто приучать рубль, чтоб взять халат без ожидания, няне трешку, а сестрице пять, так сказать, за доброе внимание, а не дашь, закайся навек, ибо там, за стенкою больничной, друг твой или близкий человек твой просчет почувствует отлично. Дед мой, в прошлом старый земский врач, с гневом выгонял людей на улицу за любой подарок или курицу. Так что после со стыда хоть плачь. Что ж, потомки позабыли честь? Нет, не так. Прекрасны наши медики, только люди без высокой этики и сегодня, к сожалению, есть. И когда преподношением скорбным чей-то алчный радуется взгляд, вижу я, как делается черным белый накрахмаленный халат. Черным, черным, как печная сажа, и халатов тех не заменить, не очистить щетками и даже ни в каких химчистках не отмыть. И нельзя, чтобы люди не сказали, врач не смеет делаться рвачом. Вы же высокий путь себе избрали, вы же клятву светлую давали, или теперь все это ни при чем? Если ж да, то значит, есть причина всем таким вот хлестануть с плеча, ну-ка прочь из нашей медицины, ибо в ней воистину стерильны и халат, и звание врача.